Фестиваль-конкурс для самодеятельных коллективов «Театр против наркотиков» проводится на базе Ульяновского драматического театра имени Гончарова с 2014 года. В рамках государственной программы Ульяновской области по обеспечению безопасности жизнедеятельности до 2022 года. Нашими постоянными партнерами все эти годы являлись Управление по контролю за оборотом наркотиков при УМВД Ульяновской области, Центр народной культуры Ульяновской области, а также в течение последних 3 лет спонсорскую поддержку фестивалю оказывает реабилитационный центр «Сансара». Участие в конкурсе принимают непрофессиональные самодеятельные творческие коллективы, образовательных учреждений области, детских школ искусств, домов культуры и так далее. Мы очень рады активности, которую участники демонстрируют ежегодно. 18 ноября на малой сцене проходит нон-стоп-показ работ победителей. В связи с тем, что на территории региона действует указ губернатора Ульяновской области о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в этом году нон-стоп-показ прошел в формате онлайн на официальном сайте театра. А сегодня мы пригласили представителей коллективов для того, чтобы вручить им призы, дипломы участников фестиваля и памятные подарки от театра и от спонсоров. Получает театр малых форм фрагмент Дома культуры «Строители». Университетский руководитель установки «Ответственность» к мотивам произведения Клайва Льюиса «Письма Баламута» Марины Абрамовой. Мы в этом фестивале участвуем уже 4-й раз, и не только я прошу детей снова подготовиться в очередной раз, в очередной год. Они сами требуют, чтобы мы обязательно приняли в этом участие. Мы берем разные формы подачи материала, и, честно говоря, для нас это каждый раз очень хорошая школа. Спасибо организаторам фестиваля, это великолепно. На этом церемония награждения подошла к концу, и всем нашим участникам мы желаем успехов, творческих побед, и, надеюсь, после окончания пандемии мы соберемся большим количеством наших участников. С победой поздравляю!